Праздник. Господи, вас тоже думать. Ничего, ничего, ничего нам не такое. Праздник. 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 Спасибо, Господи. Сижу, присела отдохнуть, чтобы дойти назад. На машине ехали, и нам вслед стрельнули. Не знаю, откуда оно летело. И мы потом очень быстро на машине сюда доехали, за полчаса от нас. Вот. Но я стремилась приехать сюда, чтобы пойти сегодня в церковь. Что для меня значит церковь? Для моих детей. Мы сейчас, люди уже так не знают, во что верить. Вот. Мне кажется, осталось верить только Богу, что Он нам поможет, что будет все хорошо на нашей земле. Мы с Авдеевки приехали, нас переселили сюда. Здесь ничего вроде пока живем. За что вы молились? Ну, здоровье, за мир, чтобы все тихо было, спокойно. Давай туда-сюда и спокойно. Люди більше стурбовані, бо люди не мають можливостей щось придбати, якісь там продукти, якісь ліки. Люди не знають, чого чекати від не то, що завтрашнього дня, а від сьогоднішнього дня. Чим може щось прилетить у їхній дом. Донецька єпархія Православної Церкви України. Молимось перш за все за перемогу нашого славного українського воїнства. Молимось за наш народ, за єдність нашого народу, за те, щоб Господь зберіг наше місто від нашестя чужинців. Слухаємо, жінки. І намагаємось допомагати, чим можемо. А я теж мала 90 років. Я далеко...